Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодняшнее видео по боксу такому вот BTC Butch, как-то так называется. Я писала по нему видео, у меня на канале есть, но у меня там два бокса видео. Два бокса в одном видео объединены. Ребят, у меня второй вывод. Как работать, я показывала. Есть кран. Вот. Обычный кран. Есть вот такой кран. И автокран доступен, то просматривает короткие ссылки. Также есть ПТС. Просмотр серфинга, как бы. И я вчера сделала вывод. Ребятки, криптомонету от Шиба. Я выводила 5000 монет. Поздно вечером уже. Также, ребят, напоминаю, что вот здесь ваша партнерская ссылка. Но я показывала в прошлом видео краткий обзор. Это видео чисто по выводу денежных средств. Так, давайте я вам покажу вывод. Я выводила на Coinbase. Значит, история вывода. Это мой третий вывод уже. Значит, смотрите. Так, вот 13 часов назад я выводила комплект. Здесь вот такая сумма показана. Я вообще не понимаю, что это вот 13 часов назад. Так, идем на Coinbase. И вот здесь 12 часов назад вывод обрабатывается в ручном режиме. Мне пришла монета 1161 шиба вот этих токенов, или как это, монет. И вот такой вот комментарий от BTC Butch, или как он, ком, да? Вот. И вот ASK, вот это что-то такое. В общем, ну вот главное, что вот комментарий, то, что с этого букса. Если мы перейдем на Coinbase, вот мои монеты, плюс 1161 монета. Вот это из шип. Вот. ASK, вот это вот комментарий, что 18 числа. Увидим. 18.11 завершено, естественно, уже сегодня 19. И вот ASK, вот это вот по косе, блин, не понимаю, что это. Все замечательно. Букс платит, продолжаю работать. И рекламка здесь, ребятки, появляется раз в 24 часа. Я вчера чисто сидела на кране. Вот на этом кране я сидела, так как я позавчера просматривала поздно вечером рекламу. И у меня, естественно, начала рекламка появляться уже ближе к вечеру. Сегодня у меня уже, как положено, рекламка высыпала. Все замечательно. Вот надо смотреть мне. Или, ну вот с утра сейчас буду просматривать. Или же, ну, в течение дня, не поздно вечером, потому что здесь немного, но и немало хватает. Кому интересно, работаем. Мне интересно, не работаем. Всем удачи, всем пока.